полезно ли голодать с точки зрения китайской медицины. Она выходит, эта сырость, когда мы голодаем. И есть ощущение, что это правда станет чище. Можно наводить порядок в квартире один раз в год, а можно поддерживать каждый день. И голод – это то же самое. А здесь мы вроде бы с вами едим очень много, очень разнообразно, очень много. Но дело в том, что практически вся еда пустая. Еще важно добавить, что голод – это стресс, на самом деле, сильнейший стресс для организма. Меня очень часто спрашивают пациенты, как я отношусь к голоду, как к голоду относится китайская медицина. Прежде чем сказать прямо, как относится к голоду китайская медицина, расскажу о том, что в нашем организме есть очень разные виды энергии. Китайская медицина, она вообще про энергию, и она, если говорить о строении человека с позиции китайской медицины, это энергия. Разных видов, разной концентрации. Там, где она более концентрирована, это тогда твердые субстанции, которые мы видим с вами. Там, где она разжижена, то это энергия, которая течет по каналам. Это наша душа, это наша оболочка, которую мы не видим. Китайская медицина говорит о том, что энергия важнее, чем структура, и энергия выполняет функции. И ну, вот если совсем просто, то человек и окружающий мир – это разные виды энергии. Вот мы с вами состоим из двух видов энергии. Преднебесная энергия и постнебесная энергия. Преднебесная энергия – это та энергия, которую мы с вами получили с неба, от наших родителей в момент зачатия. И количество этой энергии дозированное в нашем организме. То есть это некий стакан, наполненный водой, и кто-то рождается с половиной стакана, кто-то рождается с полным стаканом, кто-то рождается совсем на донышке, и вот она расходуется дозированно, и когда ее не становится, этой энергией, то мы с вами умираем. И от этой энергии зависит наша способность расти, развиваться, переходить из одного жизненного этапа в другой, из одного возраста в другой, подростковый период, климактерический период. И от этой энергии зависит наша возможность, наша способность продолжать род. То есть, по большому счету, яйцеклетка и сперматозоид – это концентрация этой энергии. И она есть не только у человека, она есть у всего живого. И, например, если взять яйцо птицы, то вот это концентрация этой энергии. И мы понимаем, что ее достаточно для того, чтобы там родилась жизнь. Если мы возьмем любое семя, то мы понимаем, что там есть все для того, чтобы из него выросло растение. Если мы возьмем икринку, то мы понимаем, что есть все для того, чтобы родился малек. Ну и человек, собственно говоря, да, из слияния сперматозоида и яйцеклетки. И это важнейшая субстанция. Это драгоценность. И второй тип энергии – это энергия, которую мы с вами получаем из пищи и из воздуха. И она в течение дня расходуется, добавляется, расходуется, добавляется, расходуется, добавляется. Главный вопрос, когда мы задумываемся о долголетии, когда мы задумываемся о качестве жизни, потому что вот эта энергия, которую мы получили от родителей, она еще отвечает за нашу способность запоминать, за нашу способность думать, да, за то, чтобы мы с вами были в адеквате, в сознании. Да, ее уменьшение, например, на старости приводит к Альцгеймеру и приводит к деменции. И очень важная получается такая субстанция, где бы ее раздобыть и как бы ее приумножить. А она не приумножается. Ее нельзя увеличить количество, можно только сохранять. То есть мы можем предпринимать меры для того, чтобы она не расходовалась. И для этого вот эта вторая субстанция, которая постнебесная ци, ци, которую мы получаем с вами из воды и из воздуха, она должна быть все время, этот стакан должен быть все время наполненный, потому что если он пустой, то в этом стакане расходуется всегда чуть больше. И самое главное, что из остатков вот этого стакана, из энергии и крови, которая образуется из пищи и из воздуха, вот она израсходовалась на жизнедеятельность организма, и там осталось что-то. Эта энергия уходит на поддержание
преднебесной. И получается, что если мы вот тут не получили в день столько, сколько нужно, вот это расходуется и здесь не сохраняется. А здесь мы вроде бы с вами едим очень много, очень разнообразно, очень много. Но дело в том, что практически вся еда пустая. Ну, например, еда из микроволновки, она пустая, в ней нет энергии. Микроволны приводят к тому, что пища становится пустой, в ней нет энергии. Мы были самой последней страной, которая разрешила пользоваться микроволновкой. У меня, например, в квартире нет микроволновки. Мы с вами не просто еще едим пустую еду, ну, например, там пирожные, тортики, кофе, которое пьется тоннами, да, сладкое, да, то есть шоколадка. В этой еде нет энергии. Это пустая еда, это такой обман для организма. А еще наш организм, независимо от того, хотим мы с вами или не хотим, он целый день работает. И огромное количество энергии уходит на поддержание его жизнедеятельности. И вот представляете, если разделить всю энергию, которую тратит организм в течение дня, она состоит из трех составляющих. Первое – это пищевой термогенез, это энергия, которая тратится на процесс пищеварения. Второе – это основной обмен, это если любого из нас с вами сейчас уложить, усыпить на сутки, независимо от того, что он спит, сердце работает, почки работают, головной мозг работает, кожа обновляется, кровь перегоняется по организму, и организм тратит энергию. А еще, если бы человек не спал, мы что-то делаем физически, работает наш мозг, тоже тратится энергия. Так вот, чтобы вы понимали, 70% энергии уходит на основной обмен. А нам кажется, что мы тратим энергию на работу. Нет. И вот та энергия, которую мы получаем с вами из воды и из еды, она уходит большое количество на работу организма. И если вы не доели или вы поели много, но пищи богатой энергии очень мало, то ваша дзин, ваша преднебесная энергия не поддержится в этот момент. И тогда я теперь вам задам вопрос, полезно ли голодать? Полезно ли голодать с точки зрения китайской медицины? Нет, не полезно. И идея, что я сейчас поголодаю, очищу организм, наступит просветление, будет ясный мозг. Да, возможно, потому что вы не будете есть, и выведутся патологические ци из организма, в частности, сырость выведется. Но есть другой способ, без вреда для организма, но при этом вы израсходуете колоссальное количество дзин. И, возможно, если бы вы могли прожить, например, 120 лет, вы проживете только 100. И ясность мозга, просветление, новые идеи, творческие идеи по бизнесу, которых так хочется добиться голоданием, а еще кто-то для этого употребляет какие-то специальные вещества, дышит какими-то газами, оно добивается на самом деле чистым питанием. То есть вот это все отсутствует в нашей голове из-за сырости, которая закупоривает мозг. А вот эта чистота, она достигается чистой янской ци, которая поднимается вверх в голову. А если там сырость и болото, то оно опускает эту янскую ци вниз. Она выходит, эта сырость, когда мы голодаем. И есть ощущение, что это правда станет чище. Мы же не складываем в организм пищу, из которой образуется сырость. И эффект вот этой чистоты, он наступает. Но мы платим очень высокую цену за это. Мы тратим свою энергию, которая не восполняется. А есть другой простой способ – убрать из своего рациона продукты, которые приводят к образованию сырости. Сладкое, мучное, алкоголь, сырые овощи, фрукты вне сезона, молоко. И все, и у тебя будет чистый и светлый мозг. И не надо отказываться от сладкого, не надо голодать. Это как, знаете, это как можно наводить порядок в квартире один раз в год, а можно поддерживать каждый день. И голод – это то же самое. Но зачем пачкать свой организм каждый день, а потом уходить в эту генеральную уборку с очень высокой ценой, с потерей огромного количества дзин? Поэтому решать вам. И я хочу вам сказать из своего опыта,
что я не ем сладкое больше года. У меня, правда, очень много идей по написанию, например, продуктов. У меня очень много идей возникло про то, как проводить самодиагностику людям. Ум становится ясный, чище. И мне не очень нравится слово «просветление». И ты понимаешь, как легче и качественнее что-то делать. Попробуйте, рекомендую. Еще важно добавить, что голод – это стресс, на самом деле, сильнейший стресс для организма. Еще мне очень хочется добавить, что такую мысль, что нам не приходит в голову предложить не работать нашему сердцу, например. Почему-то пищеварительному тракту мы предлагаем не работать, хотя у него в функции входит ежедневная работа. А сердцу, например, мы не предлагаем поголодать и перестать работать. И несмотря на то, что вы, возможно, себя сейчас ощущаете в том состоянии, когда вам нужно себя почистить, и кажется, что я вот сейчас пойду поголодаю и вернусь из голода и буду тогда правильно питаться, нездоровая стратегия, у вас и так нет ресурса, и вы именно поэтому чувствуете желание поголодать, и лучше пошагово, шаг за шагом, маленькими шагами меняйте свой рацион, меняйте свои привычки. Не получается все и сразу, так устроен человек. Мы можем только поэтапно, пошагово. И только тогда, когда новая привычка становится чем-то само собой разумеющимся. А если мы все время думаем, вот это я сейчас буду делать вот так, вот это, то мы тратим колоссальное количество энергии, круг вообще замкнется, и вы из него не выйдете. Я вам желаю огромное количество ци, светлую, ясную голову, огромное количество новых идей, вдохновения. Подписывайтесь. Это канал про китайскую медицину и про то, как вы ее можете использовать для себя.